Спасибо большое за донат, Ульянов Мьюзик. Смотрим. Кстати, можно еще проще это делать, оказывается. А-а-а, прикольно. Блин, я даже не замечал. Сейчас, чат, извиняюсь вам, не по теме песни, но я могу просто нажать сюда и вот здесь прямо это редактировать. Я раньше просто, знаете, как делал? Я типа там вот так, там нажимал свойства, открывал здесь. То есть, а можно еще проще? Ну тогда это вообще не проблема. Просто тыкнул на нее и там отредачил. Не следит за очередью. Да ну, срать. Это не эти, не My Own Private Alaska. А, Лакримоза. Ну, Лакримозу я знаю. Не особо мне заходит, но знаю. У них как бы готик метал, насколько я помню. Готик, симфоник, дарквейв, готик рок. Ну, короче, такие хорроры такие прикольные. Я не умер, нет, я не помер. Или что он говорит? Ich bin nicht tot, да, правильно я слышу? Я, ну, как бы, немец из меня такой себе, но... Пару слов понимаю. Dark Wave. Что такое Dark Wave? Я думал, это вообще какой-то этот... Типа электронная музыка. Разве нет? Постпанк, новая волна, индастриал, синти-поп. Ну, подожди, да, это же около индастриал, разве нет? Здесь ничего такого... Это не Dark Wave, то, что мы сейчас слушаем. Мочали, спасибо за донат. Зевлю. Что за драквей, где барабаны? Электронные такие, причем должны быть. Ну или я в шуе стопаю. Дарквейвом стали называть все готическое, что не попадало под определенные рамки. Написано в педивике. Ну, это просто мрачняк такой, не знаю, как бы... Ну, это не постпанк, как бы, никак. Что такое баллада, не знаю, как пианино мрачная. Скорее, как бы, как в стиле готик-рока. То есть такие... Разреши опять заскочить на меня. Ну ладно, ладно. Ты, Тирам, столько бабла на меня слил, думаю, можно тебе разрешить скамить меня. Иногда на минуту. Просто скидка 1%, там или сколько, постоянному донатеру. 10%. То есть даже не то, что постоянному, сверхпостоянному. Если честно, кстати, Вардера даже мне просто сложно проверить. Не пойми, скамит или нет. ХЗ что на что. Кто-то в сортире орёт, не знаю. И скрипочка играет грустная вот это. Кто-то умирает в толчке. Вот блин, ну вот реально... Сейчас, извиняюсь. Ты... То есть, короче, мы... Да блин! Раз. Задержка просто в ушах начинается какая-то жесткая. Короче, берем
реверб очень короткий и делаем его очень громко. И начинаем... То есть это что-то такое вот. Где там? Даже короче можно. Ну и все. Собственно, вот, вот как-то так это звучит. Кому-то нравится. Просто зачем платить больше, если можно ко мне на стрим сейчас зайти и все. И скрипка еще. Такая прям. То есть, ну, хз. На запись, да, конечно. Ну, типа, ну, блин, вот я просто слышу вот так это. Поскольку я на детали могу как бы разобрать любую партию. Потому что на всем играю просто и... что-то в звуке понимаю. То для меня это звучит комедийно. Именно вот в этом прелесть что-то не знать и не понимать, потому что как бы я не могу насладиться чем-то, если я слышу, насколько тупо это сделано. Еще опять она заново началась. Типа. Ну... Да на самом деле ничего так прикольно. Ну, мне как бы мрачная всякая такая штука, и я сам... Слушай, лет, когда мне было 15-16, я сейчас найду даже рифачок. Антон Гитар Про. Медюшку сейчас найду. Ну, она в миди как бы всратая такая, но... Что-то у меня было... Хараретина мне всякая нравилась. Я не слушал Лакримозу как бы, но просто что-то вот в этом же духе делал. Блин, сейчас паузу поставлю, найду и тогда уже включу. Во, нашел вот эту штуку. So Gothic я ее подписал. Ну тут медюха, понятно, звучит, но... Вот, то есть, видите, даже на файле написано сейчас. Дата изменения 12-й год. 12 августа 12-го года. Мне... я родился в 96-м. Соответственно, мне здесь лет 16. Или, может быть, типа, скоро будет 17. Вот так, правильно? Родился в ноябре 96-м. То есть 4 плюс 12. А, ну, скоро будет 16 даже, вот так. Там какие-то вот пошли. Тут более уныло. То есть вступление прям клевое, здесь все достаточно банально звучит. Ну хотя можно. Все, в принципе, вот Лакримоза. Я это делал 10 лет назад. Поэтому. Да, поэтому. Ну, меня это. Ну, не впечатляет, вот так. Но в целом, да, если как... Ну, мне нравится тоже такое. Вообще-то, в принципе. Но, ну, типа, надо круто сделать, чтобы прям я обрадовался.